Всем привет, друзья! Я сегодня на Озерне, Озернинское водохранилище. Вообще-то я ехал на Рузу, собирался, но там вроде сейчас плотва что-то плохо клюет. В основном окунь, а здесь вот на Озерне вроде хорошо, но это по слухам. Да и тем более сюда ехать ближе, и главное еще стоянка здесь бесплатная, а то на Рузе в Щербинках там 500 рублей сейчас стоит стоянка. В общем, так или иначе, я уже на Озернинском водохранилище, цель моя плотва. Ловить собираюсь в основном на безмотылки, ну и мотыль тоже есть. Кормить сегодня буду по-разному, где-то вот такой смесью, это уже готовое у меня дома, я сделал, смешал сухари с кормовым мотылем и немножко увлажнил, уже готовое, сухари вот такие, сухарь ванильный, где-то буду просто сухари сыпать, где-то смесь, где-то чистый мотыль, в общем по-разному. Закормил около 8 лунок, глубины от 2 метров у самого берега и до 5,5 на русле. Сейчас попью чаю, немножко подожду и начну ловить. Первая лунка, она одна из самых глубоких. Ну, сейчас посмотрим, живет ли здесь кто-нибудь. Собралась ли рыбка на прикормку. Так, сейчас попробуем вот такой гвоздик с яйцами. 2 шарика, латунный и такой яркий, кислотный. Первая поклевка, какая-то совсем мелкая рыба. О, живцовая плотва, офигеть. Я от этой плотвы бежал, саки там такие ловились. Они здесь меня достали. Но первая рыбка есть. Перчатки одеть, а то руки мерзнут. Сегодня, в принципе, не холодно, но ветерок поддувает. И снежок идет. Вот. А так, пару градусов мороза. Есть. Вот это вроде ничего, плотвичка. Более-менее. Ну-ка. Так. Да. Эта плотвичка нормальная. Первая нормальная плотвичка. Клюнула на гвоздик с яйцами. Так. Тоже не сразу. Где-то 3-4 варианта разной проводки. Только на плавную такую игру среагировал. Продолжим. Все, больше на гвоздик не хочет. Сейчас попробую на мотыля доловить. На мотыля доловил плотвичку. Еще одна. Так, посмотрим, какой размер. О! Вот это хорошая. Даже немножко покрупнее, чем первая. Так. Да нет, такая же. Чуть-чуть, может, побольше.
очень часто первая рыба ловится на из мотылку, потом долавливается на мотыля. Был еще тюк. Пока на мотыля повеселее. Может, просто без мотылку не подобрал. Пару плотвичек поймал. И дальше прям какие-то такие редкие такие притрошки. Все. Можно было, конечно, здесь пробовать дальше упираться. Но еще много лунок. Пойду лучше их проверю. А рыбу сегодня буду собирать. В последнее время все отпускаю. Но плотвичку я люблю. Поэтому сегодня рыбу буду собирать. Ну, нормально. Так. Пока, конечно, что-то клев совсем не важный. С двух лунок поймал всего три рыбы. На первой вообще одну только микро по плотвичку. На второй, ну, две такие нормальные. И все. Что-то я надеялся, что будет лучше клевать. Но посмотрим, как дальше пойдет. Поклевочка со дна. Сколько не играл без мотылки не хотел брать. Положил на дно и подъемчик, кивочек вверх, и плотвичка нормальная. Но может и разойдется. Пока очень осторожная рыба. Мне говорили, что на озерне плотва подросла. Ну да, в общем, грамм на 5, на 10 покрупнее в среднем. Но все равно мелковат. На рузе, конечно, крупнее. Так, ну пока без мотылку не удается мне разловить. Поэтому пока буду ловить на мотыля. Потом, где будет наибольшая активность, там буду пробовать разные без мотылки, чтобы понять, на что сегодня можно половить из без мотылок. В общем, что, обловил глубокие лунки и ничего хорошего. Нормальной плотвы поймал только 3 штуки. И дальше такая дребедень мелкая долбит, и все. Сейчас пойду схожу в сторону берега, там на небольшой глубине попробую. Может быть, там ситуация будет другая. Оп, есть. Окунек, наверное. Да, окунишка. Мелкий окунишка. Да. Я все-таки надеялся, что что-то покрупнее будет. Если окунек, то покрупнее. Или плотва. Опа-на. Чуть-чуть покрупнее кто-то. Так. О, окунишка уже такой приятный. Первый был совсем такой мелкий окунек. Но это чуть-чуть покрупнее. Так, посмотрим. Может, еще крупнее есть.
Глубина 2,7. Плотут нету. По крайней мере, пока. Оп. Есть еще матросик, похоже. Да. Так, надо помешать. Вот так вот. Здесь у меня сухари. Еще не все. Не все на дно упали. Так, очередной матрос, похоже. Да. Матросики такие ничего, но как-то все однообразно. Сейчас попробую какую-нибудь другую снасть сменить. Может быть, еще другая рыба клюнет или покрупнее окунек. Где-то у меня была снасть такая комбинированная. Там у меня был снизу нимфа шарика, а наверху муха-мормыш. И окунек такой покрупнее клевал. Сейчас попробуем. Почему я ее достал? Ну, во-первых, поэкспериментировать, а во-вторых, если на это будет клевать, то, как правило, здесь покрупнее что-то ловится. Да и леска здесь потолще, не так путаться будет. То есть сегодня у меня что-то день путанных лесок. Я уже два раза обрывал, перевязывал. Так, сейчас посмотрим, что здесь у нас. О, ничего себе. Такая поклевина. А окунь мелкий. Не выдержал он. Стукнул. Блин. Я надеялся, что на эту снасть будет покрупнее, а он наоборот. Мелкий клюнул, зараза такая. Есть. О, так покрупнее рыбка. Так. О, окунек. Неплохой. Сейчас ловлю на сырный кубик. В надежде на плоту, но продолжает клевать окунь. Ну, правда, попадается покрупнее такой вот. Приятные экземплярчики. Весело половил здесь окуньков. Попадаются такие средненькие. Клюют на все. Я пробовал разные приманки. На все клюют. Но окунь у меня сегодня не целевая рыба. Целевая рыба плотва. Поэтому пойду все-таки где поглубже. Надеюсь, что там она будет. Потому что здесь плотвы нет. Так, окуней всех обратно. Потому что мне сегодня нужна плотва. Я так и знал, я еще не успел даже глубину выставить, как мормышка на дно уже упала, и рыба сразу ее схватила. Ну, сейчас посмотрим. И это плотвичка. Значит, эта плотва там надо мной издевалась, а? Да. Ну, хорошо, хорошо, что плотвичка. Она вся обкакалась, наверное, прикормки мои нажралась. Ну, эта плотвичка ничего. Ну, здесь глубина 4,5, и вот она клюнула. Блин, снег повалил такой сильный. А обещали, что сегодня снега или вообще не будет, или слабо. Вот и верят ему прогнозы погоды. Специально выбирал день, чтобы без осадков почти было. А получилось все как всегда. Есть. Еще кто-то клюнул. Так.
В этой лунке живут и окуни, и плотва, поэтому никогда не знаешь, какая будет следующая рыба. Но надеюсь, что плотва. Так ведет себя по-плотвиному. Так. Да, плотвичка. Отлично. Жалко только, что на безмотовку не могу никак поймать. Маленькая тульская с мотылем и все. А безмотовку не хочет. Есть. Вот раз на игру поклевка. Довольно высоко. Так. Надеюсь, опять на плотву. Судя по сопротивлению. Да? Плотвичка. Ох. Так. Ну, вроде вот эта лунка у меня самая пока успешная. Уже поймал 3 плотвы и 1 окуня. Здесь 4 рыбы. Я имею в виду по плотве. Правда, ловлю на самую-самую снасть. Леска 2.07 и мормышка самая маленькая. Есть. Неужели плотва активизировалась? Причем на игру. Сейчас надо будет срочно на безмотылку опустить, потому что вот это, конечно, удочка у меня очень муторно с ней. Во-первых, с мотылем возня, во-вторых, леска очень тонкая, все время путается. Я уже все не один раз оторвал. Поэтому сейчас попробую быстренько это смотать и попробовать на безмотылку. Раз на игру берет, должна брать, по идее. Вот ведь засранка какая плотва, а. Попробовал на гвоздик и ни одной поклевки. А на мотыля берет. Вот. Ну сейчас что еще? Сейчас еще на чертика попробую. Все, еще не пробовал на чертик. Если уж на него не будет, ну придется тогда на мотыля ловить. Ну что делать? Ну, клюет у меня на безмотылке сегодня. Все. Хоть убей. Сделал контрольную подсечку на чертика и все-таки зацепил. Поклевки не было, просто, видимо, она сопровождала и цепанула. Вот сразу вылетела. Все-таки на чертика поймал я. Ура, победа. А на гвоздик нет. Значит, чертик сегодня лучше, что ли? Ну, попробую еще. Все, больше не хочет. С большим трудом удалось одну плоту всего на чертика поймать. Да. В общем, ну что делать? Буду в основном ловить тогда на мормышку с мотылем, раз на нее клюет. Ну, рыбу-то хочется поймать. Так, окунька отпустим. Остальное положим в пакетик. Одну лунку я прикормил вдалеке от того места, где основные лунки были и где все рыбаки сидят. Здесь уже в глубине залива. Самое последнее. Дальше уже рыбаков нет. Ну, вдруг здесь-то вот как раз вся рыба и есть. Но попробую. Глубина здесь около 4 метров. А пока вот это мне как раз одна из лучших глубин. А вот и есть. Сразу же. Только опустил, сразу поклевка на гвоздик. Надеюсь, что это плотва.
Да, плотвичка, правда, не крупная. Такая одна из сегодня мелких. Ну, здесь вот глубина-то небольшая, но, видимо, может быть и плотва помельче. Но, по крайней мере, активная, сразу клюнула. Есть. О, что-то такое неплохое. Так, никак не мог засечь, поклевки были. Так, ну, нормальная плотва. Правда, показалось, что намного крупнее, но какая-то она прям такая тяжелая, тяжело шло. Первая поклевка была прям сразу, как только опустил, сразу была поклевка. А потом пришлось ждать аж минут 10. Тряс. И вот только сейчас клюнуло. Так, еще. Такое ощущение, что как-то она с тайками, что ли. Ой, чуть не убежала, а? Вот зараза какая. Так. Вот еще. Надо кидать в другое место куда-то. Если они у меня в лунку прям скачут. Сюда буду кидать. Так. Каким-то то ли стайками, то ли аппетит у нее периодически появляется. То нет-нет поклевок, то прям раз, сразу одна за другой. Оп. Так, на чертика клюнул кто-то. Плотвичка. Сменил гвоздик на чертик и поймал. Но плотва здесь помельче все-таки. Какая-то прям стандартная, не очень крупная. Блин, прям какой-то снежный Армагеддон. Прям засыпает снегом. В общем, что, здесь плотвичка поклевывает, но размер здесь не очень. Поэтому вернусь, наверное, на глубокие лунки, попробую плотвичку такую хорошую подловить. Кстати, чертик пока лучше гвоздик работает здесь. Кого-то наконец-то поймал. Долго здесь пытался поймать. На безмотук была одна притрошка и все. На мотыля вот долго тоже не хотел, но вроде кого-то тащу. Да. Плотвичка. Да что ж сегодня лес прям путается очень сильно. Вот погодка, то прям был такой заряд снежный, вообще ничего не видно было, пурга, а сейчас солнце вышло, прям яркое такое. Погоду колбасит. Решил я перекусить, типа пообедать, потому что уже, наверное, 2/3 рыбалки позади. Осталось пару, наверное, часов на рыбалку. Какие предварительные итоги? Плотвы поймал, наверное, 1,5 десятка. И всю на глубине. Это от 4 до 5 метров. Меньше плотвы не было. Около берега пробовал, но там окунек хорошо клюет, но окунь меня сегодня мало интересует, хотя такие средненькие попадаются. Поймал, наверное, 1-2 десятка и все, оставил это занятие. В общем, сейчас съем пару бутербродов, попью чай, ну и еще, надеюсь, что-нибудь подловлю. Уже к берегу не пойду, буду здесь вот ловить
Пока лучше клюет на мотыля только. Из мотылька очень плохо. На чертик еще кое-как, на гвоздик совсем плохо. Ну, надеюсь, еще поймаю что-нибудь. Есть. С первой проводки кто-то на чертика подсел. Надеюсь, плотва. Я когда уходил с этой лунки, да, хорошая плотвичка, я здесь сверху мотыльков кинул. Так, для прикорма. Ну вот, видимо, она и собралась. Ну, плотвичка, кстати, не очень, я сказал, хорошая, но были покрупнее сегодня. Какая-то такая не очень крупная. Ага. Так. Чё на чертика тащу? Ну, пришлось поуговаривать. Поклевок. А, так это окунь. Да. Я все-таки на плоту надеялся, но это окунишка оказался. Под бороду багранулся. По-моему, у меня единственная лунка, в которой ловится и плотва, и окунь. У остальных либо окунь, либо плотва. А это такая комбинированная лунка. Глубина 4,4, по-моему. Только опустил на дно, сразу поклевка. Она чертика, ну, не хотела, зараза, а? Так, окунь или плотва? Так, надо откинуть, что у меня леска вся путается постоянно. Так, лесочка тонкая, поэтому даже такую рыбу выводить. Ох, какая хорошая плотвичка. Вот она, со дна на мотылька-то. Наверное, сегодня самая крупная такая. 100 грамм, наверное, точно есть. Может, даже больше. Да, наверное, побольше. Там 120. Есть. Сразу стал только со дна брать, а? То есть поиграешь, на дно положишь и... подъем кивка. А на игру сразу не хочет. Ну, поэтому и на безмотук не клюет. Так. И плотва такая хорошая. Вот, со дна. Ну, чуть поменьше, чем предыдущая, но тоже такая хорошенькая. Красивая. Не знаю почему, но именно плотву я вот очень люблю ловить. Вообще она мне нравится. Ну и таранка из нее вкусная. Вот эта плотвичка одна из самых крупных. Сейчас мы ее взвесим. Посмотрим, насколько потянет. 120 грамм. Ну да. Я ее, в принципе, так и определил. 120 грамм. Ну а так в среднем вот. 100-граммовые, есть меньше. Вот это, наверное, грамм 90 будет. Сейчас посмотрим. Сейчас. Вот это, наверное, грамм 90 будет. Ну да, 80. А, ну 90, да, точно. Да. В общем, средний вес где-то 100 грамм получается на зерне. Ну, подросла, а в прошлом году меньше было. Вот эту лунку я кормил не с утра, а уже в обед. То есть, когда по одному разу обошел все лунки, понял, на какой глубине лучше клюет, и прикормил. Здесь я, честно говоря, даже и холод не опускал. Но, так, судя по горизонту, здесь вот где-то 4,5 метра должно. И сегодня именно на этой глубине лучше всего плотва клюет. Ну вот, посмотрим. Прошло
часа полтора, как я прикормил. Может, и успел собраться рыбка какая-нибудь. Есть. Так, гвоздик сработал. Ну, как правило, сначала активная рыбка ловится. Так, латричка. Ну да, вот эта глубина 4,5 метра сегодня работает. Но плотва, правда, не крупная. Со дна удалось подсечь. Сейчас посмотрим, какой размерчик. Ну, вроде не очень. Ну, такая, да. Не самая крупная, не самая мелкая, стандартная плотвичка. Вообще на опускание взяла. Стала опускать, еще до дна не долетела. Тюк, и сидит. Ничего, плотвичка. Бывают дни, вот как сегодня, когда ну, не берет, на безмотылку практически. То есть, как не берет? То есть, вот придешь на лунку, там есть какая-то вот активная рыба. Ее на безмотолку она практически сразу клюет, практически на любую. И на гвоздик, и на чертик. Одну, ну максимум две. И все. И больше не хочет, хотя она там есть. Меняешь мормышки, меняешь проводки, толку никакого. Опускаешь мормышку с мотылем, тульскую, маленькую. И поклевки есть. Но в основном со дна. И есть. Да ё-моё. Я туда, она обратно. Приходится удочку откидывать, потому что леска прям путается. Вот опять вот этот узелок образовался. Так, а рыбка-то неплохая. Так, да, плотвичка хорошая. Хорошо было вот такую сейчас на безмотылку ловить. Ну вот не ловится и все, хоть и бей. Есть. Ух. Ох, как. Натянул леску. У меня здесь еще узелочек. Леска-то тонкая. О. Ребят, это был окунь. Причем хороший. Такой. Нифига себе. Отвалился прямо в лунке. Показал мне свою морточку и уплыл. Ладно. Окунь не целевая сегодня рыба. Пускай плывет. Окуней я сегодня всех, что поймал, я всех отпустил. О, тут поклевка довольно высоко. Интересно, это тоже ли окунь? Или все-таки плотва? Обычно повыше плотва берет. Ребята, это подлещик. Офигеть. Откуда он здесь? Да блин, такой склизкий не возьмешь его. Первый подлещик сегодня. Вообще я уже не ожидал. Тьфу на тебя, зачем попался? Не люблю я таких мелких подлещиков. От них одни сопли, одни слюни. Толку никакого. Так, все, здесь больше не хочет.
Так, ладно. Время уже 3 часа. Сейчас последнюю лунку проверяю и буду подводить итоги и пойду домой. Вот такой у меня улов сегодня, друзья. Это то, что я беру домой. Плотвичики неплохие, такие до 120 грамм вот я взвесил, самое крупное. Еще помельче были, отпустил. Окуней тоже всех отпустил, потому что они мне не нужны. Ну, а вот эту рыбку возьму с собой, засолю, и будет отличная закуска к пиву. Так что, я думаю, сегодня нормальный улов у меня. Подошла к концу моя сегодняшняя рыбалка. Какие ее итоги? Рыбку я поймал, плотвичку, которую хотел, десятка два, может даже и три. Ну, не очень крупный, средний вес где-то, наверное, 90-100 граммов, но и такие по 120 граммов тоже попадались. Подросла здесь немножко плотвичка, в прошлом году была помельче, но все-таки на рузе покрупнее. Брала сегодня почему-то только, в основном только на мормышку с мотылем. Что-то без мотылка сегодня никак не сработало, я уж и так, и сяк. Ну, на гвоздик что-то там клевало, на чертик чуть лучше, но очень плохо. Все в основном на классическую тульскую мормышечку с мотыльком и тонкой лесочкой. Окунишек подловил около берега. Вот там окунь брал на безмотылку. Но окунь сегодня мне был не нужен, поэтому я его весь отпустил обратно. Ну что, друзья, наверное, теперь встретимся в новом году уже. Поэтому есть повод поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всего самого лучшего. А я с вами прощаюсь. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока.